Только одна чрезвычайная ситуация техногенного характера произошла в ушедшем году на территории Саратовской области. Для сравнения, в 2013-м цифры были намного выше. Тогда при ЧС погибли 12 человек. А значит, итоги работ регионального управления МЧС положительные. Их подвели в правительстве области. Подробности в нашем следующем материале. В небе на территории областного правительства НЛО. Но здесь не удивлены. Чиновники знают, это одна из последних разработок саратовского изобретателя. Константин Дьяконов сам собирает эти беспилотники, а затем при необходимости на добровольных началах предоставляет их региональному управлению МЧС. Говорит, это незаменимый помощник. К нему можно прикрепить камеру и наблюдать за развитием чрезвычайной ситуации. Весной можно наблюдать при больших разливах как раз паводковую ситуацию анализировать, как один из вариантов. Но вообще использование этих аппаратов, оно как бы ограничено фантазией. Была бы поставлена задача, и в принципе с этими аппаратами можно выполнять любые задачи, которые для них предназначены. До 2020 года перспектива развития доведения штата численности до 800 человек, еще 30 подразделения, чтобы перекрыть все населенные пункты. Все новейшие разработки саратовских производителей, которые применяют в регионе спасатели, представлены в областном правительстве. Системы контроля за чрезвычайными ситуациями, оборудование для пожаротушения, интеллектуальные детекторы огня. Беспроводная именно система оповещения и мониторинга, которая будет завязана именно сюда, на центральный аппарат нашей службы ГО и ЧС. И это принципиально важно, особенно объекты социальной сферы. А у нас довольно-таки их большое присутствие на территории Саратовской области, в целом города Саратова. И вот такая оперативность, она необходима. От новейшего оборудования при спасении людей зависит многое. Но главное – это действие самих спасателей. В прошлом году сотрудники региональной службы МЧС доказали, что входят в число лучших. Итоги их работы подводят в Большом зале правительства. Число пожаров по сравнению с позапрошлым годом снизилось незначительно, но зато существенно повысилось качество спасательных работ. Повлияло приобретение нового оборудования. В муниципалитеты поступили 120 пожарных комплексов. Конечно, с каждым годом уменьшение количества пожаров, гибели уже становится добиваться все сложнее. Но тем не менее, 2014 год закончился очень положительно для Саратовской области. Было очень много что сделано. Единственный в России, кто с помощью бизнес-сообщества приобрел 14 пожарных автомобилей для Саратовского, для города Саратова. А соответственно, те машины, которые чуть постарше ушли в подразделения уже областные, сделано очень много и есть перспективы. Проблемы в работе службы те же, что и в предыдущие годы. Недостаток финансирования сказывается на качестве и количестве оборудования для спасательных работ. В этом году, говорят чиновники, даже при сжатом бюджете постараются выделить средства для приобретения новой техники. Эллада Абжалимова, Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.